В общем, друзья, всем привет, с вами Светлана. Я наконец-то сделала себе маникюр, причем не абы какой, а с винчиком. Да, у меня настроение такое роковое. Кожанка. Ребят, плюс 7 всего, холодно, да, для кожанки это еще прям неприлично холодно, но мне пофиг, я отшипленная, я решила, вот у меня настроение надеть сегодня косуху. И, собственно говоря, да, я наконец-то ее надела, потому что красная она там более для теплой погоды, все-таки она прям совсем летняя, можно сказать, полувесенняя, а это нормально, это, короче, не замерзну. В общем, мы сейчас с вами пойдем погуляем к морю Витязева на Паралее. Видео будет не очень большое, сразу говорю, потому что, ну, кожанка, все-таки плюс 7, еще холодно, но вот настроение у меня сегодня такое, поэтому мы недолго с вами прогуляемся, посмотрим. Я выздоровела, все отлично, тьфу-тьфу-тьфу, это, не знаю, на она чем-то траванулась, но не суть, давление тоже в норме, поэтому не переживайте, чаечком с лимончиком поправилась. Кстати, большое спасибо за советы, вы меня действительно поддерживали вчера, так что, в общем, в знак благодарности я вам сегодня поеду, покажу море долгожданное. Кстати, сидела на ногтях, было пасмурно, сейчас смотрю, солнышко выглядывает, может, нам повезет. Мы вышли на Паралею вместе с вами. В общем, к нам тут приезжал мэр. Ну, не знаю, на днях, не на днях, может, уже на неделе. Время как-то очень быстро летит. И знаете, что сделали к его приезду? Никогда не поверите, расчистили проход. Представляете, всю зиму было заметено. Но только лишь стоило нашему Василию Александровичу заглянуть к нам в Витязево, как резко бац, и типа все расчистили. А может быть, нагоняй получил с Первого канала, там тоже показывали репортаж, что у нас там по крышу, по все ролеты были засыпаны в песках. Так, что-то у меня прям сегодня даже манера общения как-то поменялась. Я извиняюсь, если вы меня вдруг не узнаете, сама в шоке. Может быть, я говорю, так весеннее обострение влияет на людей, но у меня прям вообще крыша поехала, походу, когда я сделала маникюр с винишком. Прям настроение бухать. Шучу. Нет, я не пью. Здоровый образ жизни, все дела, трезвый. Не, ну просто вот прям настроение такое какое-то сегодня шальное, роковое. Прям хочется что-нибудь навести суету, как говорят сейчас на молодежном сленге. Суету навести охота. Вот у меня такое настроение, не знаю, может быть, у вас тоже. Ну вот прям очень хочется весны уже, правда. Надоела эта зима. Тут только расслабишься, только вот вроде солнышко. Ну плюс 12, ну плюс 15, ну плюс 20. Ну шикарно, ну да. Продолжай, давай. Нет, плюс 6. Причем я села сегодня в машину, было плюс 3, пока побыла на ногтях, и, собственно, уже плюс 6. Вот, то, о чем я говорю. То есть мы уже дошли с вами до арки, на вход на пляж Витязева. И вот здесь вот его расчистили. А да, вот сейчас вы видите, вот что делает, как говорится, визит мэра после нагоняя с Первого канала. То есть когда уже показывают по новостям, да, наш этот кошмар, беспредел в песке, начинают что-то делать. Но у нас всю зиму так. То есть можно было как-то пораньше к нам в Витязево приехать, посмотреть, что у нас вот здесь как бы песком все завалено, центральный пляж. То есть люди приезжают и зимой на море погулять, посмотреть. А у нас все завалено. Причем, смотрите, как он заваливает, что прям ролет это то, что туда вминается. Потому что очень-очень сильно прям заметает. Там даже сейчас вы видите сломанный ролет. От того, что действительно хорошая такая была сила ветра. Вот видите, взламывает даже ролеты. Так, ну что, давайте переместимся к морю, наверное, потому что я что-то заболталась, много вам чего понаговорила уже. Ах. Нет, сегодня прям какое-то реально шальное настроение. Чё такое? Чё происходит? Я себя не узнаю. О, полиция в снегу, хотела сказать. У нас все в песке. Мне там присылают фотографии. Вот, снег пошел, там все снегу. А, все в песке. Это же Витязево. Вон, лавки по песок. Видите? Это лавочки. Они не должны быть заметены. Но у нас заметено все. Так, здесь раздевалка. Кстати, ветра сегодня практически нет. Ну, так небольшой боковой есть. И вот волны там тоже, я смотрю, тоже боковые. Так, все, на пляж. А я еще думаю, что я сегодня забыла. Я сейчас забыла ресницы накрасить. Я помню, что я стояла, прихорашивалась, и как вдруг потом села в машину, думаю, сделаю-ка я фотки. И я такая сажусь и понимаю, а где ресницы? Не, я что-то не поняла. Где ресницы, блин? Как-то кстати, чтобы у меня мои кудри не летели прям в кадр. Ну вот, Самара из звонка. О-о-о. Лепота, погода идеальная. Ой-ой-ой, нет, все заметает, холодно. Понимаете, да, насколько
рубашку иду. Все, я готова принять своим телом этот холод. Пусть я заберу его на себя, но у нас потеплеет. В Севастополе тоже бабушка сегодня прислала, говорит, что у них там снег обещают. Вот пусть он где-нибудь будет, только не у нас. К нам не надо снега, я очень не хочу снег. Прям хочу весну. Дайте нам, пожалуйста, весну, пожалуйста. Ну, уже сколько можно. Сделайте нам доброе дело, одолжите нам весну, пожалуйста. У меня там деревья загнутся после посадки. Вот. Вот это я понимаю, море. Вот это лепота. Люблю волнующееся море. И солнце, кстати, нет-нет, выходит. Поэтому все-таки какие ни види, краски есть. Любите волны? Ой, как красиво. Ой, знаете, это прям сегодня неописуемо красиво выглядит. Ой, шумит. Теперь сделаем вот так, чтобы вам побольше кадр попало. Наш пирс, собственно говоря, витязевский или витязовский. То как делают ударение. Ах, вот так. Что-то я подзамерзла на одном месте. Все-таки, наверное, походить надо, чтобы было более продуктивно. Ту сторону тоже надо посмотреть от пирса. У нас сегодня, видите, без прелюдий сразу к морю. Без лишней болтовни. Ой, как красиво. Ну что, вы там к нам, когда вы нам собираетесь? Напишите, хотите к нам приехать на море? Приезжайте. Чем больше вас будет, например, там целая компашка из людей, кстати, сколько там, как вороны до берегов. Вот и вы приезжайте. Что-то они смотрят на море, а вы там только за кадром, на мониторе. Не, надо вживую приехать и смотреть эту красоту. Разместиться есть где вообще без проблем. Обращайтесь. Получайте солнечные ванны. Я думаю, что это первый и последний день такой, когда вот прям проморзгло так. Ну должно же теплеть. Где-то тепло. Сколько можно. Так, перейдем на другую сторону. Давайте прогуляемся чуть-чуть. Здесь мы посмотрели, я думаю, уже весь пейзаж. Давайте посмотрим теперь по сторону аквамарина. Может, там ветра меньше будет? Ой, блин, у меня сейчас все на лице, вы видели. Это я так разговариваю, чтобы мне теплее было. Я же говорю, у меня все на распашку. Я сегодня прям шикую. И мне все нипочем. И ветер нипочем, и море нипочем. По колено. Знаете, мне кажется, если было бы градусов 15-16, я бы уже купаться пошла. Да, вот настолько я отшибленная. Вон, шезлонг уже притащили. Все, лето, загораем. Пляшем. Одинок стоящий шезлонг. Прям кадр на заставку. Знаете, кто-то, походу, уже начал сезон. Принимал тут солнечные ванны. Загорал на солнце. При плюс 6-то. Самое то. Ой, блин. Это парадоксально и смешно, потому что реально холодно. Вон, все кутаются, видите, в теплой одежде. А я в косухе. А я в кожанке, понимаете? Пальто надо доставать, пуховик, а Света кожанку напяли. Вот. Ой, блин, я не могу. Я со своей удачливостью и везением просто угораю. Вот мне захотелось кожанку. Ну, Света ж посмотрела погоду. Ну, холодно для кожанки. Нет, просто надо. Без объяснения причин. Надевай кожанку, потому что так надо. Твоя душа хочет кожанку. Не смей себе ни в чем отказывать, потому что кожанка — это хорошо. Я думаю, ладно, раз душа требует, так просит, ну грех не выгулять. Ой. Я надеюсь, когда-нибудь я научусь одевать ее по сезону, по погоде. Но не в этот раз и не сегодня. То есть не повторять, одеваться тепло. А то по мне, может быть, сложится неверное ощущение, что у нас тут это вообще весна, уже лето, нет. Только календарное. По факту холодно. Какая красота. Ух, я думаю, что мы насмотрелись, да, уже, наверное, морешка все. Или не насмотрелись? Да нет, насмотрелись. Все-таки надо вам приезжать сюда, чтобы это на видео смотреть, показать, прощаться.
С вами, как обычно, как всегда, была Светлана. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, да что угодно. Лишь бы реакция была. В общем, вот такое вот море. Эх, уходить не хочется, но все. Я, походу, сегодня уже прохладилась достаточно. Всех обнимаю, целую, всем пока-пока.